Хочу показать вам нашу квартиру, в которой мы жили в Цюге, в Швейцарии. Три спальни, две достаточно большого размера и одна маленькая. Это входная, как только входишь, гостевая, как бы вторая спальня. Я ее назвала номер один, так как с нее начинаю. Выходя из нее будет справа достаточно места для одежды, шкафы. Выходим, это входная дверь перед нами, коридор. Дальше будет вторая спальня, она маленькая, как детская. И главная спальня, где мы были с мужем, называется мастер бедрум. Тоже достаточно места, шкафы воздвижные. Вполне. Все удобно, все уже есть в квартире. Эти квартиры обустроены. Совсем вместе снимаешь мебель и все другие принадлежности. Ванная комната достаточно маленькая. Но мы как бы к ней привыкли. Там все есть и все очень тоже удобно, уютно. Полотенце меняли, постельное белье меняли. Так, это гостиная с телевизором, с видеомагнитофоном, с музыкальным центром. Все есть. Столовая с кухни, все открытого плана. На кухне тоже все есть. Ничего не нужно с собой. Мы ничего не брали. Приехали с тремя чемоданами одежды. Купили только вот этот принтер для себя. Все остальное, все, что вы видите в этой квартире, уже было. Сдается она вот в таком виде. С цветами вместе, с фотографиями разными там на стене и на тумбочках. Единственное, что там наша фотография с мужем в спальне. Остальное все прилагается. Выходим на достаточно большой балкон. Очень большой, просторный. Вид, как вы сами видите, просто необыкновенно завораживающий. Так как был дождь, уже я подушки убрала с кресел на балконе. Подушки тоже прилагаются. Но самое главное – это вид. Цена квартиры. Очень дорого, скажу сразу. Стоит, конечно, того с таким видом. Мы не пожалели, что пожили в таком месте. Если будут вопросы, задавайте в комментах, буду отвечать.